Михаил Каратаев провел первый в этом году форум «Управдом». Основные темы для обсуждения – итоги 2019 года, дополнительные мероприятия по улучшению качества воды, переход на расчеты с ресурсоснабжающими организациями по прямым договорам водоснабжения, а также переход на проведение общих собраний собственников в электронном формате. Это позволит быстро и, самое главное, достоверно проводить собрания по актуальным вопросам. Для этого необходимости личного присутствия человека на территории либо в квартире нет. А у нас не секрет, что очень многие жители наездами бывают в Одинцово в своих квартирах. Соответственно, данная проблема будет снята именно благодаря тому, что из любой точки планеты житель сможет проголосовать по вопросам общедомового собрания на территории. По словам председателей советов домов, вопросов, которые предстоит решить, немало. Это и благоустройство, и асфальтирование дворовых дорог, детские площадки, сады, школы, а также выезд из Трехгорки, которая на сегодняшний день является одним из крупнейших микрорайонов. Раньше, совершенно недавно, года 2-3 назад, на нас как-то не очень обращали внимание. А сейчас, видимо, очень много активистов, таких хороших, боевых ребят. Поэтому делается очень много, привлекаются люди, привлекаются и вот с Одинцовского городского округа территориальное управление недавно образованное, поэтому много-много делается. По словам управляющих, на таких собраниях объясняются очень важные и нужные темы. Например, теме, связанной с очисткой труб, подающих воду в дома, было уделено особое внимание. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».